есть некоторые, чьи имена записаны в книгу жизни Агнца. Ой, вас уже радует это такое? И уже есть некоторые, есть все-таки такие, аллилуйя. О, Господь, слава тебе, Иисус, они записаны в книгу жизни великого Агнца. И когда там вскрываются эти печати, что они там видят? Они там видят свое имя. И Святой Дух говорит к ним. Кто такой ангел Божий, который пришел и разговаривал с ним? Это тот же самый Бог, который разговаривал с Авраамом. Тот же самый, который явился в другой форме на Иисусу Навину. Он говорит, ты кто это пришел? Ты из наших или из неприятелей? Я вождь воинства Господне. Аллилуйя. Кто это был, брат Бранхам? Говорит, это был Мелхиседек. Это был царь мира. Это был Бог в теофанической форме. Аллилуйя. Моисей говорит, да покажи мне себя. Я тебе могу только со спины показать себя. Аллилуйя. Кто это был, брат Бранхам? Говорит, это был Бог в теофании. Аллилуйя. Зачем? Чтобы показать им всем свое новое имя. Аллилуйя. Друзья, Гедеону пришел, и он его поменял его мышление абсолютно. Он ему сказал, ты совсем другой. Ты муж сильный, у меня для тебя другой план. Ты вообще генерал, что ты здесь делаешь? Понимаете? Аллилуйя. Когда он приходит к Аврааму, Авраам 25 лет ходит, и все показывают вот так вот на него. И просто говорят, с ума сошел дед. Какой сын тебе? Родил Измаила, ходи, радуйся. А он говорит, я отец народов, я отец народов, я отец народов, я отец народов, я отец народов. Никто не верит, даже Сара. И в конце концов появляется единомышленник по имени Элохим, который с ним идет в 18 главе и говорит, тот говорит, скрою ли я от Авраама друга своего, что я буду делать с Содомом, потому что истинно от Авраама произойдет великий народ. Он тоже верит так, как я. Он тоже так на меня смотрит. Аллилуйя! Так это он самый! Он имеет такое же откровение, как я, Сара еще не имеет, а он имеет. Бог всегда будет тебе говорить твое истинное лицо, аллилуйя, твои истинные возможности, твою истинную силу. Иди силу этой своей, иди, сын мира, иди с миром вот этим своим. Не заражай других этим предопределенным миром, аллилуйя.